Видно, да, как он кружится. Всем огромный привет. Вот такие куски падают с неба целый день. Вот такие. Это пепел. Весь город в таком пепле. Где-то пожары. И вот, смотрите, я иду. Вот они дальше. Эти кусочки. Здесь мелкие. И вот побольше. И вот еще валяются. И такие побольше. Там кружатся, падают. А вот и осень наступила. Рябина вся красная. Граммофончики. Машина Кока-Кола. Ехала Кока-Кола. Просто собака. Покажу вам стенд «Лови момент». Что здесь показываю? Что представлено? Книжки детские в доме. Давайте посмотрим, что там внутри. В ассортименте 55 рублей. Книга «Пазл на картоне». Дальше мяч, танцующий мяч, кукла. Это 99 рублей малыш. И куколка, подвижные суставы на руках и ногах. Игровой набор «Рыцарь с конем». Корзинка для хранения. Вон они эти куклы в желтом платье. Ты хочешь в желтом платье? Нет, давай какой-то другой посмотрим. В красном есть. Да, посмотрим, какой взять. Подставки под губки, смотрите. Широкая губка. Но я видела видео, написано. Ну, я видела в видео, рассказывается, что там нет дырочки внизу. Ты какую хочешь? Там желтая и красная. Дальше у нас набор. Я думаю, вот это лучше. Швейный, 99 рублей. Я думаю, реально. Ароматизатор для дома, жасмин, яблок. Тряпка моп. Одевается на швабру. Дальше что? Лампочки. Даже желтый, только другой. О, я... Вот, блин, я хотела розу. Там еще одна есть. Да, у меня есть. Розовые самые популярные. Дальше сумки. Ну, конечно, 99 рублей. Коврики. 99 рублей. Коврик для ванной. Там золотой есть. Наволочка декоративная. 99 рублей. С одной стороны она рифленая, а с другой стороны она гладкая. Какие цвета? Есть синий, серый, бежевый. 99 рублей. Строительная машинка. 99 рублей. Фломастеры 55 рублей. И цветные карандаши. 12 цветов. Зоопарк. Дальше у нас тарелки. Мелкие, глубокие. Еще есть пожарная машинка. И все, да? Сдалека сниму. Смотрите, общий обзор. Лизуны. Горшочки. Горшочки для кактусов. Горшочки цветные. Керамические. Дальше вот такие объемные наклейки с интересными динозавриками, с глазками. Эти рисуночки, смотрите, переводные картинки. Дальше что у нас есть?
коробок очень много. Трубочки, все для праздника. Снова привезли постеры, как в прошлом году. Еще какие тут есть? А, вот еще новенькие, как открытка. Какой-то постер, как из Майнкрафта, или склеп какой-то, не знаю, такой депрессивный. Тут более веселый. С горценей. Появилось мыло. Магия цветов. Такое же, как жидкое мыло, только твердое. Туалетное мыло. Еще мыло. Фруктовая аллея. Апельсин. И фруктовая аллея, арбуз. Вот такое мыло. Магия цветов, жидкая. Кто-то его уже открыл. Ведерко со свечками. Нежные-нежные тона. Очень красивые, очень. Что это? За 55 рублей набор. А что? Фигурный пенал с цветными карандашами. 6 штук. Ух ты, какой прикольный. Наборы в ассортименте. С совами. С лошадками. С принцессами. Со зверятами. Полиция. И пожарная. Скотчи. Какие-то галактические, разноцветные, с блестками. Те самые блокноты. Чё за фигня? Какой у них запах? Нормальные блокноты, классные, красивые. Шикарные. Прям, ну, не нравится, не берите. Что такого? Говорите, плохие блокноты. Мне не понравились страницы внутри. Боже мой. Классные блокноты, девочки, на самом деле. Хорошие внутри страницы. Берите, не пожалеете. Есть еще и серебряный. Ну, и вообще их очень много еще, так что успеете еще купить разных цветов. Новый набор. Набор клейкая лента. 4 штуки. Диспенсер. Разные цвета. Еще бывают. Вот такие. Фиолетовые. Ластики. Появились набор маркеров, текстовые делители. Новые. Интересные формы. Полупрозрачные. У них есть прорезиненный упор посередине, вот это с дырочками, это резина. Кошачья сумка для сменной обуви. И есть такими лапками классными. Есть с совой, коричневая, почти золотая. Тетради, альбомы. Ну, в общем, вот эти мне понравились маркеры. С декоративным эффектом металлик. Пластилин. Золотым и серебряным. Пластилин. 8 цветов. Пластилин. Краски акварельные. Акварельные. Гуашь. Тесто для лепки. Формочки. Как называется? В общем, подставка под ручки, потом для рисования стаканчики. Снова появились наборы наклеек. 6 листов.
Игрушка. Прыгающее привидение. Летит высоко вверх. Вот такое страшненькое. И улыбающееся. И смеющееся. Сейчас покажу. Аромонаборы. Роза. Еще какие есть? Вот такой пион. Есть лаванда. И набор корица. Сумки с кошками. И рисунок кофе. Марачино. Эспрессо, капучино. Часы в ассортименте. 99 рублей. Вот такие еще есть. Ну и такие. Часики. Девочки навели идеальный порядок вообще, посмотрите. Тряпочки все разложены, бытовые. Коврики, веревки, бахилы. А вот, кстати, посмотрите, разница. Здесь 50 штук бахил. То есть их всего 50. А вот новые пришли бахилы. Одноразовые. И здесь их 100 штук. 50 пар. За 55 рублей. За 55 рублей. Как в пятерочке. 5-5-5. Кстати, кто еще не смотрел мое видео про покупки в магазине Пятерочка, как я купила всю коллекцию красивейших резиночек, тролли-ластики, проходите внизу, будет ссылочка в описании. Очень прикольная покупка. Привезли интересный набор для обуви. Ложка и щетка. Смотрите, видео. Ручки в виде лошадей. Вот щеточка и ложечка. Оригинально. С колечком. Удобно. Почистить можно. И обуть. Вешал. Ароматизаторы, пледики. Ну, здесь простые, без не цветные, а вот эти большие цветные. Ого, какие подхваты прямо серебряный, золотой. Так подхватывает длинная палка. С каким-то бриллиантом. 99 рублей. И золотые. И смотрите, какие желтые. Оп. Да, только золотые и серебряные.